Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя», друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 21 августа, счастливый день. Обязательно наденьте одежду этих цветов, и пусть день принесет вам только самые лучшие яркие впечатления. Что это за цвета в одежде, в аксессуарах должны быть у вас сегодня? Далее, друзья, в этом видео. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео, поддержите нас, а в комментарии напишите: у меня сегодня самый счастливый день, я притягиваю изобилие, достаток и благополучие. Истинно да будет так. И только, пожалуйста, пишите это искренне. И в этот момент думайте о том, что как в вашей жизни действительно приходят те мыслимые и немыслимые блага, которые вам нужны. Итак, друзья, сегодня 21 августа, день, который сочетает в себе влияние двух лунных суток, что делает его особенно интересным с астрологической точки зрения. На протяжении всего дня у нас с вами 17 лунные сутки, они продолжатся до 20 часов 30 минут по Москве, и эти сутки будут находиться под покровительством радости, расслабления и общения. В этот день рекомендуем отпустить все тревоги и насладиться жизнью. Это отличное время для проведения праздников, встреч с друзьями и близкими, а также для романтических свиданий. Энергия этого периода настраивает на легкость и непринужденность, позволяя снять эмоциональное напряжение и зарядиться позитивом. Важно помнить и то, что 17-е лунные сутки – это время, когда лучше избегать конфликтов и не контролировать происходящее, предоставив событиям развиваться естественным путем. Обращаем ваше внимание, что сегодня Луна находится в знаке зодиака Рыбы, а это вносит в этот день элементы чувствительности и интуиции. Сегодняшний день благоприятен для творческих начинаний, работы с эмоциями и духовными практиками. Рыба – знак воды, который отвечает за интуицию, воображение и эмоциональную глубину. Под влиянием Луны в Рыбах усиливается склонность к мечтательности, повышается чувствительность к настроениям окружающих людей и к происходящим событиям. Поэтому в этот день стоит уделить внимание своим снам, так как они могут содержать важные подсказки и знаки. Луна в Рыбах будет способствовать созданию гармоничной рабочей атмосферы. Это подходящее время для улучшения отношений в коллективе, обсуждения важных вопросов и принятия коллективных решений. Если у вас сегодня есть возможность, стоит организовать командную работу, что поможет сплотить коллектив и достичь лучших результатов. Короткие поездки и самообучение в этот день также будут удачными. Если у вас есть планы на обучение или освоение новых навыков, Луна в Рыбах будет способствовать усвоению информации и повышению интуитивного понимания новых знаний. В период убывающей Луны стоит снизить физическую и эмоциональную нагрузку на организм. Это время для завершения дел, но не для начала новых проектов. Также рекомендуется сегодня уделить внимание своему здоровью, возможно, провести какие-то очистительные процедуры, которые действительно будут направлены на укрепление вашего организма. Кроме того, сегодняшние лунные сутки стоит уделить внимание своим близким, родным, провести время в компании любимых вам людей. Это обязательно укрепит отношения и принесет радость в общении. Вечер 21 августа с наступлением 18-х лунных суток можно посвятить более спокойным и уединенным занятиям, медитации, например, или чтению. Друзья, сегодняшний день, 21 августа, это день, который обязательно вам может принести удачу и позитивные изменения в вашу жизнь. И если, конечно же, в этот день правильно, вы сможете подойти к выбору одежды. Дело в том, что определенные цвета, как вы знаете, они обладают энергией, способной привлекать удачу, гармонию и успех. В этот день особенно важно выбрать цвета, которые резонируют с лунными и астрологическими влияниями, способными усилить положительные вибрации. И, как мы уже сказали ранее, сегодня основная часть дня, то есть до 20 часов 30 минут, этот день, когда будет энергия веселья, радости, легкости, конечно же, поэтому важно в этот день учитывать эти особенности при выборе одежды и цветов в этот день.
Луна в знаке Рыб делает этот день особенно чувствительным и интуитивным. Как мы уже сказали ранее, Рыбы – это водный знак, который связан с эмоциональностью, мечтательностью и духовностью. Влияние этого знака Луна усиливает потребность в гармонии и спокойствии, а также способствует развитию интуиции. Ну а чтобы максимально использовать энергию этого дня, стоит обратить внимание на следующие цвета. Первые цвета, друзья, которые сегодня, 21 августа, принесут вам удачу, это синий и голубой. Эти цвета являются классическими представителями стихии воды, которые символизируют эмоции, глубину и интуицию. Одежда синего и голубого цвета поможет вам обязательно настроиться на позитивную волну, успокоить нервы и активировать интуицию. Синий цвет также ассоциируется с миром и спокойствием, что делает его идеальным выбором для 21 августа. Следующий, друзья, цвет у нас с вами зеленый. Зеленый цвет символизирует рост, гармонию, обновление. Он помогает сбалансировать эмоциональное состояние и найти внутреннюю гармонию. В этот день, когда Луна находится в Рыбах, зеленый цвет может помочь вам сохранить стабильность и умиротворенность. Этот цвет всегда ассоциируется, друзья, с созиданием и творением. Следующий цвет, друзья, белый. Вы знаете, что цвет, белая одежда, она вообще сама по себе помогает очистить мысли, привлечь светлые энергии и гармонизировать пространство вокруг нас. Особенно белый цвет будет полезен в вечерние часы, когда начнутся 18-е лунные сутки, которые требуют внутреннего покоя и умиротворенности. Далее еще какие цвета, друзья, которые очень важны. Это фиолетовый, но он сегодня будет полезен именно в вечерние часы, когда вы захотите настроиться на медитацию или глубокое размышление. И цвет, друзья, серебристый. Серебристый оттенок в одежде поможет вам усилить энергию, привлечь интуицию и обострить восприятие мира. Кроме того, при выборе сегодня одежды важно учитывать не только символику цветов, но и то, как они сочетаются с вашим настроением и с планами на день. Если у вас предстоят важные встречи или дела, обратите внимание на синий и голубой цвета. Они помогут сохранить спокойствие и уверенность. Если вы планируете посвятить вечер саморазвитию и медитации, то фиолетовые и серебристые цвета станут лучшими для вас союзниками. Также не стоит забывать и о деталях, например, аксессуарах, шарфики, украшения, обувь. Также это все может быть выполнено в рекомендованных цветах, чтобы усилить нужный эффект. Например, серебристый браслет или зеленый шарфик может стать теми самыми деталями, которые придадут вашему образу нужную энергетику сегодня. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп на 21 августа для каждого знака зодиака. Начнем со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, для вас сегодняшний день станет днем активности и решительных действий. Важно сосредоточиться на своих целях и не бояться проявлять инициативу. На работе возможно получение новой информации, которая поможет вам продвинуться в карьере. В личной жизни ожидается волна романтики, особенно если вы решите устроить свидание или провести вечер с партнером. Главное, доверьтесь интуиции, она приведет вас к правильным решениям. Далее, Телец, уважаемые Тельцы, этот день принесет вам возможность укрепить свои позиции, особенно в профессиональной сфере. Возможно, вы сегодня получите предложение, связанное с улучшением финансового состояния. Будьте готовы проявить терпение и усердие. В личной жизни наступает момент для обсуждения важных вопросов с близкими людьми, что поможет вам избежать конфликта в будущем. Поэтому, уважаемые Тельцы, сохраняйте спокойствие и не торопитесь сегодня с выводами. Далее, близнецы. Для близнецов этот день станет днем открытий и общения. Вы будете чувствовать себя на подъеме, и ваше настроение будет заряжать окружающих. Этот день идеален для новых знакомств и общения с друзьями. На работе возможны неожиданные предложения, которые могут быть открыты перед вами. И главное, чтобы вы не боялись пробовать что-то сегодня новое и следовали за своими увлечениями. Рак. Уважаемые наши раки, вам сегодня предстоит сосредоточиться на семейных делах и решении личных вопросов. Возможно, вам придется принять важное решение, связанное с домашними делами или отношениями с близкими. На работе день пройдет спокойно, но не стоит откладывать выполнение текущих задач. Вечер лучше провести в кругу семьи или близких друзей. Совет: проявляйте заботу и внимание к своим близким, это поможет укрепить ваши отношения.
Далее Лев. Жем и Львы, вы можете ощутить прилив энергии и желание заниматься новыми проектами. Это удачный день для начала важных дел и достижения поставленных целей. Возможно, вам предстоит проявить лидерские качества сегодня, чтобы решить сложные задачи. В личной жизни могут возникнуть неожиданные события, которые привнесут в вашу жизнь новые эмоции. Поэтому используйте свою харизму и уверенность для достижения успеха. Дева. Уважаемая Дева, вам рекомендуется сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях и планах на будущее. Этот день подходит для обсуждения новых идей и планирования долгосрочных проектов. В личной жизни, уважаемая Дева, возможны неожиданные перемены, но они будут иметь положительный характер. Важно быть открытыми к новым возможностям и не бояться перемен. Поэтому не упускайте свои шансы наладить отношения с коллегами и улучшайте обязательно свою репутацию. Весы. Уважаемые весы, вы можете столкнуться с необходимостью решения сложных задач, связанных с личной или профессиональной жизнью. Важно сохранять равновесие и не поддаваться стрессу. Этот день подходит для поиска компромиссов и урегулирования конфликтов. Вечер сегодня лучше посвятить расслаблению и восстановлению сил. Совет: ищите баланс между работой и отдыхом. Это поможет вам сохранить внутреннюю гармонию. Скорпион, уважаемые наши скорпионы, вы сегодня можете почувствовать потребность в уединении и размышлениях. Этот день благоприятен для самоанализа и обдумывания своих планов на будущее. В профессиональной сфере возможны неожиданные изменения, но они принесут вам обязательно положительные результаты. В личной жизни возможны важные разговоры, которые помогут вам укрепить отношения. Главное, не бойтесь говорить о своих чувствах и делиться мыслями с близкими и родными людьми. Стрелец, уважаемые наши стрельцы, вам сегодня предстоит активно действовать и проявлять инициативу. Этот день подходит для начала новых проектов и воплощения смелых идей. Возможно, вам предстоит принять важное решение, связанное с карьерой или финансами. В личной жизни день обязательно пройдет спокойно, но не стоит забывать уделять внимание партнеру. Совет: используйте свою энергию для достижения долгосрочных целей. Козерог, уважаемые козероги, вы можете почувствовать необходимость сосредоточиться на финансовых вопросах. Возможно, вам предстоит пересмотреть свои расходы или принять решение о крупных покупках. В профессиональной сфере день принесет стабильность и возможность для планирования будущих проектов. В личной жизни ожидается спокойствие и гармония. Также, уважаемые козероги, обращайте внимание на детали и не принимайте сегодня поспешных решений. Водолеи, уважаемые водолеи, вам сегодня предстоит проявить творческий подход к решению задач. Этот день благоприятен для разработки новых идей и поиска нестандартных решений. Возможно, вам предстоит принять участие в интересных проектах или заняться саморазвитием. В личной жизни возможны приятные сюрпризы и новые знакомства. Уважаемые водолеи, не бойтесь выделяться и быть самим собой. Далее рыбы. Уважаемые рыбы, мы рекомендуем вам сегодня сосредоточиться на личных отношениях и решении накопившихся вопросов. Возможно, вам предстоит принять важное решение, связанное с семьей или партнером. В профессиональной сфере день пройдет спокойно, но не стоит забывать о текущих делах. Вечер лучше провести в спокойной обстановке, занимаясь тем, что приносит удовольствие. Доверяйте своим интуитивным ощущениям и следуйте за ними. Друзья, что же касательно карты Таро на этот день, 21 августа, то выпала карта «Восьмерка Пентаклей». Сегодняшний день приносит энергию усердного труда и стремления к мастерству. Восьмерка Пентаклей символизирует кропотливую работу, внимательное отношение к деталям и стремление к совершенству. Эта карта напоминает о важности сосредоточенности и настойчивости в достижении целей. В профессиональной сфере вам предстоит сосредоточиться на выполнении задач, которые требуют аккуратности и концентрации. Возможно, вы будете совершенствовать свои навыки и обучаться новым, чтобы достичь желаемого результата. Важно помнить, что ваш труд будет вознагражден, если вы приложите усилия и будете уделять внимание каждому шагу. В личной жизни карта может указывать на необходимость уделить больше времени и внимания отношениям, работая над улучшением взаимопонимания и укреплением связи. Будьте терпеливы и внимательны к своим близким. Не торопитесь, сегодня очень важно, а сосредоточьтесь на качестве и мастерстве. Ваши усилия приведут обязательно к успеху, если вы будете трудиться с душой и терпением.
Далее, друзья, у нас с вами послание от Архангела Михаила на 21 августа. Архангел Михаил сегодня посылает энергию защиты и ясности. Он напоминает нам о важности доверия своим внутренним силам и интуиции. Если вы столкнетесь с ситуацией, которая требует смелости или принятия важного решения, знайте, что Архангел Михаил находится рядом и готов помочь вам. Он просит вас не бояться делать шаги вперед, даже если пусть кажется это неясным или пугающим. Сегодня Архангел Михаил поддерживает вас в освобождении от страхов и сомнений, помогая найти уверенность в себе и в своей миссии. Если вы чувствуете неуверенность или переживаете за свое будущее, обратитесь к Архангелу Михаилу с просьбой о защите и наставлении. Он укрепит вашу веру в собственные силы и направит вас на правильный путь. Верьте в себя и не бойтесь изменений. Пусть сегодняшняя энергия принесет вам ясность и уверенность, зная, что вы всегда под его защитой. Вот такой, друзья, у нас с вами день 21 августа. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Друзья, нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, услышимся с вами в следующем видео.